Здравствуйте. Пес, который не меняет привычек, всегда встречает меня. В лучшем случае, конечно, когда вот здесь не выходя на Можайское шоссе, а то бывает и выходит на Можайку. Ну вот сейчас, видать, он не успел дойти, меня перехватил на въезде к дачному поселку. Вот так он будет, как всегда, радоваться. Вот. Многие мне в комментариях иногда плохо отзывались о том, что я издеваюсь над ней. Я ничего с ней не могу сделать. В машину ее не посадишь, а потом они вечно грязные, там по грязным дорогам бегают. Это же бездомный. Отучить от того, чтобы он меня встречал, не получается. Так что вот сейчас мы доедем, будет, меня не было буквально час, сейчас море радости будет. Безошибочно определяет машину, вычисляет ее как или узнает это. Для меня это недоступно. Только он один знает, как опознать машину. Особых примет у нее нет. Таких машин много. Ездит по трассе и к нам на даче. Вот сейчас будет перемешаться, въезжать перед машиной и юлить. Так, чтобы его не задавить. Так. Сейчас посмотрим. Ну, придется его угостить вкусняшкой. Я то, что я ездил в магазин для того, чтобы им еду купить. Сейчас я угощу его. Ну, он встречает не из-за еды. Он встречает меня, а не то, что я ему везу. Ну что, друг? А? Только не напрыгивай на меня. Все, все. Грязные лапы. Все, сейчас дам. Все, отойди. Тут на целый месяц я ему набрал еды. Это не ему только, а еще одна собака есть. Сейчас я достану. Так, ну ладно, здесь завязано, в багажнике у меня еще есть. Здесь развязывать одной рукой не могу. На целый месяц набрал. Так, ну-ка, маленький тут есть или нет? Вот ему вкусняшку дать. Нет, все большие. Все большие. Опа! А в этом пакете. Так, ну здесь. Ой, замороженная. Ладно, пойду тот раскрывать. Там вроде бы поменьше есть. Так. Видите? Хорошо, вторую руку использую. Так. Ну, большие. О, ну вот дам вот такой. Ну на. Все. Ешь. На этом до свидания. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.